Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». 11 лютого під час зустрічі з комісаром ЄС з політики сусідства та переговорів щодо розширення Олівером Варгеї, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що вже цього року очікує прориву у справі введення промислового безвізу України з країнами Євросоюзу, повідомляє урядовий портал. Отже, про те, чим може бути корисний промисловий безвіз для українського бізнесу і з чим українські промисловці можуть вийти на європейський ринок, як сьогодні співпрацюють миколаївські та європейські промисловці, говоримо з нашим гостем. В студії В'ячеслав Сімченко, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївський тепловозремонтний завод». Вітаю. Добрий день. Телефон студії незмінний 76 92 33. Якщо маєте запитання, побажання, у вас близько 25 хвилин. Ну, перше запитання, В'ячеславе, промбезвіз, що воно таке? Да, що таке промисловий безвіз? По большому счету, це підписання соглашення між ЄС і Україною, в якому буде указано, що оно правильно расшифровывается как унификация стандартов и совместимость этих стандартов. То есть, по большому счету, что оно даст? Оно даст то, что товары, произведенные в Украине, будут иметь право ставить свое определенное клеймо, и достаточно будет сертификатов, которые выданы на территории Украины, эти сертификаты будут признаваться в странах ЕС. Потому что на сегодняшний день любой товар, который хочешь продавать в Европе, необходима дополнительная сертификация. Mm-hmm. То есть это вкратце что такое. Додаткова сертифікація саме європейськими структурами? Так, 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 звісно. І чи багато знайшлося бажаючих саме за цією процедурою вже працювати в Європі? Ну, смотрите, з одної сторони, звісно ж, це не панацея. Це не значить, що на наступний день прямо наступить у нас якийсь рай і економіка. Я вважаю, зараз, сьогодні, за цією процедурою, отримуючи сертифікат від європейської структури, чи багато є у нас таких підприємств, які співпрацюють вже з Європою? Ні, ну з Європою працює достатньо кількість підприємств, звісно ж, і в основному це все-таки крупні підприємства, которые могут себе позволить профинансировать. Это все-таки занимает достаточное время, и оно есть смысл только когда уже речь идет о каких-то больших объемах. Mm-hmm. В данном случае подписание этого соглашения позволит среднему и малому бизнесу потихоньку пытаться выходить на европейский рынок. То есть однозначно это, ну, даже такой пример, это будет очень такая вступление, скажем так, в достаточно элитарный клуб только тогда, когда мы подпишем это соглашение, потому что такое соглашение ЕС, насколько я знаю, подписано только с Израилем, плюс аналогичные, несколько в другом формате, но они подписаны США, Канада, Япония, Австралия, Нидерланды, то есть это достаточно все развитые страны. Тобто вони визнають якість системи контролю один одного? В першу чергу, так, система контролю. Тобто ті сертифікати, які будуть видаватися тут, в Україні, вони будуть признаватися в європейських країнах. Хоча, звісно ж, наверняка там перше час буде якийсь перехідний період, мабуть, буде все одно якісь проміжуточні процедури. И очевидно, что это не будет так вот буквально мгновенно. Вся эта процедура займет определенное время, но тем не менее, стратегически это, конечно, очень такой интересный ход. И оно придаст и статуса и Украине, и украинским товарам. Ну, як привід для сьогоднішньої розмови, те, що заявив прем'єр Олексій Гончарук, що вже цього року він сподівається на впровадження цього нововведення промислового безвізу. При цьому, як цитує єврокомісара Олівера Варгеї сайт «Європейська правда», він нагадав, що переговорам має передувати перевірка того, чи відповідає українське технічне регулювання, також система сертифікації європейському законодавству. Як ви вважаєте, скільки потрібно часу нашій системі сертифікації для того, щоб вирінятися? Я можу привести примір підписання цього соглашення між ЄС і Ізраїлем. Він, наскільки я пам'ятаю, зайняв около 2 років. Удастся ли нам это сделать быстрее, ну, не знаю, сомневаюсь. 2 роки сама вся процедура. Да, да, с момента начала переговоров. Потому что, конечно, тут в первую очередь
больше зависит от тех органов, структур, которые занимаются, собственно, сертификацией. То есть они должны доказать европейским своим коллегам о том, что они проводят сертификацию, что их требования соответствуют тем требованиям, которые предъявляются в Европе. Ви особисто ваше підприємство чи співпрацюєте якимось чином із колегами, з партнерами в ЄС? Да, конечно, ми достатньо активно працюємо і з підприємствами Італії, Германії, Бельгії. Ну, ми не експортуємо, а наоборот, як правило, закупаємо комплектуючі в цих странах. Тобто це деталі, механізми для... Це крупні узли, це двигателя, це компресора. Это некоторые элементы электроники. То есть то, что сегодня в Украине не происходит. Ну, але вы говорите саме про країни ЄС. Ще у когось можно такие купувати? Чи в ЄС краще? У країн третього світу. Теоретически это, конечно, производится там, если говорить о Китае, Китай производит все. Там можно купить все. Но, во-первых, покупая в ЕС, как раз то, что мы говорим, когда там стоит все-таки значок ЕС, ты понимаешь, что это соответствующее качество. То есть тут есть определенная степень доверия как раз к качеству этих товаров, этой продукции. Значит, плюс еще почему хорош этот безвиз, если сегодня мы уже много раз говорили, что Украина в основном экспортирует сырье. Это как в лучшем случае какие-то полуфабрикаты. Это металлопродукция, это в основном руда, это зерно. А в данном же случае уже идет речь о том, что мы, у нас появится возможность экспортировать товары с добавочной стоимостью. Вот, хотя при этом, опять же, тут не стоит сильно так в эйфорию какую-то впадать, потому что надо признать это факт, что многие промышленные группы товаров, ну, мягко говоря, не очень конкурентоспособны на европейском рынке. То, что они готовы нас будут принимать, впускать, это не значит, что они еще готовы будут у нас покупать, потому что европейский потребитель, он все-таки достаточно консервативный потребитель. Они сытые, довольны, у них все хорошо, у них стабильно, у них договора заключены там на много-много лет. То есть это будет не такой вот прям феерический поход на белом коне, но тем не менее в любом случае это будет облегчение, будет шанс, который мы сможем двигаться в этом направлении. Вы про какие-то варианты экспорту своей продукции або послуг до країн ЄС думали? Думал, конечно, но были. Опять же есть такой момент, вот приведу сейчас несколько примеров. Кстати, одно из наших николаевских предприятий, которое производило станки ЧПУ, это артель, они экспортировали в страны ЕС. В определенный момент там что-то у них прекратили закупать. Почему? Потому что какая есть практика в Европе? Если предприятие решило произвести у себя модернизацию, например, обновить станочный парк. Если ты хочешь покупать эти станки новые там, в Китае, пожалуйста, покупай в Китае. Там, или в Украине, покупай в Украине. Но если ты их покупаешь в Германии, то государство тебе компенсирует там, на разные виды товаров там, от 50 до 90% стоимости этого станка. Поэтому даже предлагая отсюда из Украины такой же товар в два раза дешевле, чем немецкий, все равно немецкий потребитель купит свой немецкий, потому что даже если он в два раза дороже, но государство ему компенсирует 70-80%, 60%, и в итоге ему все равно оказывается дешевле. Это тот самый протекционизм, про который мы говорим, а в Украине... Такая же буквально позавчера вышла новость, но это больше, например, касается сельского хозяйства, но тем не менее. Вышли очередное требование по модернизации фермерских хозяйств. То есть там свиней, которые выращивают на фермах, есть требования, для них надо создавать более комфортные условия.
При этом, опять же, государство фермерам компенсирует 80-90% затрат на эту модернизацию. Поэтому они нас пустят со своим товаром, да, окей, но не так вот с распростертыми объятиями бросятся покупать наш товар, потому что действительно протекционизм там, он не жесткий, скажем так, они не то что не пускают, пускают, но они просто он достаточно экономически эффективный. Роблять різні умови. Совершенно верно. И такие. 21 січня в інтерв'ю до Deutsche Welle перспективи промислового безвізу між Україною та ЄС прокоментував віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба. Можемо послухати. Ще до угоди про асоціацію у 2005 році вже був, це був спільний такий план дій щодо приведення української системи у системи технічного регулювання, технічних регламентів у відповідність до цього, до стандартів ЄС. Тому, якщо хтось в Єврокомісії хоче дати Україні зрозуміти, що цього не буде, що промислового безвізу не буде, я закликаю якнайшвидше їх це зробити. Але дуже гарно обґрунтувати, чому саме вони так вважають. Бо і з точки зору наявних юридичних передумов, і з точки зору тих реформ, які вже запровадила Україна, немає жодної фундаментальної перешкоди для укладення цієї угоди. Ще багато чого треба нам зробити, але є два шляхи. Або колеги з Європейського Союзу будуть гальмувати на цьому шляху, або будуть сприяти його проходженню. Якщо сприятимуть, ми цей шлях пройдемо швидше. Якщо гальмуватимуть, ми цей шлях все одно пройдемо, але це займе більше часу. Ви говорили про те, що дають можливість, але при цьому все ж таки є свої складнощі, тому що вигідніше працювати зі своїми. А в принципі, як ви вважаєте, і наскільки я знаю, і по ваших публікаціях на Фейсбук, ви по кілька разів на рік буваєте в країнах Західної Європи, шукаєте там партнерів, так? Цікавитесь їх досвідом промисловим. Чи відчуваєте ви, що Європа готова? Ну, от принаймні на цей крок. Промисловий безвіз з України. Смотрите, Європа, у нього великі традиції. Великі традиції в розвитті там, економіки, производства. И любой шаг, на который Европа идет в отношении с какими-то другими странами, особенно с теми странами, с которыми они ощущают все-таки, что те, кто послабее их, в первую очередь они руководствуются своими собственными интересами. Потому что, с одной стороны, у нас в мозжечке живет всех лозунг «За граница нам поможет», но, с другой стороны, Европа в первую очередь думает, выгодно ли это им, что получат они из этого. Если им это выгодно, они на это пойдут. Потому что никогда в жизни ни Германия, ни Америка, ни Япония, никто не будет думать о том, чтобы Украине было хорошо. Об этом должна думать только сама Украина. Потому что все они думают о себе в первую очередь. И это надо тоже четко понимать. Поэтому... Да, они идут на этот шаг, потому что есть только определенные свои интересы. Потому что не забывайте, что тут без виз он же работает не только в одну сторону, он же работает в обе стороны. Поэтому нашим производителям товаров, с одной стороны, открывается туда ход, а с другой стороны, ну иди, зайди туда, да, с нашим с чем-то, с автозазом, с тем же, даже с тем же Антоновым пойди, зайди. И там никому не интересен. Там есть Аэробус, там есть Боинг, вот, и прочее. Ну, просто самый яркий пример, но он касается всех остальных групп товаров. Я понимаю, что их цікавить ринок сбуту так само, и это логично. Конечно, можливість продавати в Україні. В очередь. Что тут может быть еще, скажем так, совпадение интересов, может быть, в чем? Это в том, что Украина может стать более привлекательной для того, чтобы тут размещать свое производство. То есть та мода, которая была по размещению производства в Китае, например, теперь весь мир не знает, что с этим Китаем делать.
он уже то производство, которое там размещали, они уже все скопировали, все делают свое, и опять же большая логистика. То есть тут будет интересней однозначно для ряда европейских компаний размещать производство в Украине, потому что это, опять же, им будет проще потом сертифицировать, ну, не надо будет дополнительная сертификация. То есть в этом смысле, я думаю, тут совпадают как раз вот там интересы 50 на 50. Якщо буде такий інтерес у Європи якимось чином використовувати українські трудові ресурси, так, територію і тому подібне, чи зможе Україна почати займатися протекціонізмом для своїх підприємств? Це більше вопрос не ко мені. Більше вопрос не ко мені. То, що Україна повинна, обязана цим займатися, це однозначно, це факт. Якщо ми візьмемо історію розвитку всіх країн, починаючи навіть США, Япония, Германия, Сингапур. Прочитаю, проанализирую историю развития экономики любой из этих стран, и мы увидим, насколько там был мощный, жесткий протекционизм. Сегодня они на другом этапе, на другом уровне, и мы не можем себе позволить то, что могут себе позволить сегодня они. Мы должны сегодня делать те вещи, те законодательные какие-то движения, которые делали они, когда у них был такой уровень развития экономики, как у нас. А если мы сегодня будем копировать их сегодняшние законы, то тут мы будем однозначно в проигрыше. Угу. Уже сегодня говорили про экспорт-импорт, зокрема, и ваше предприятие. Маємо дані від Головного управління статистики в Миколаївській області щодо експорту-імпорту минулого року миколаївських підприємств, взагалі Миколаївської області, з країнами ЄС. В принципі, баланс позитивний, тобто експортували ми на 366 мільйонів доларів умовних, імпортували, тобто закупили на 292 мільйони. Там в розрізі є, що є. Що саме зрозуміло, що в першу чергу ресурси, масло, безумовно. Саме високо добавлена стоїмость, це, мабуть, Agrofusion, томатна паста. Наприклад, недорогоцінні метали та вироби з них експортували трохи, на суму трохи більше 1 мільйона доларів, а імпортували на 15 мільйонів доларів. Вироби з чорних металів майже в 10 разів різниця. На 738 тисяч вивезли і на 6 мільйонів 580 тисяч завезли. Тобто навіть в таких дрібницях, здавалося б, баланс не на користь наших виробників. Коли йдеться про машини, обладнання та механізми, там, наприклад, минулого року закуплено на 130 мільйонів доларів електротехнічного обладнання, на 23 мільйони електричних машин. Можливо, певною мірою це і те, що купував ваш завод, так? Да. І це все вважається імпортом. Зрозуміла річ. Трошки ближче до вашої специфіки хочу торкнутися. Про розвиток і модернізацію «Укрзалізниці» спочатку говорили, що німці візьмуть в управління, так? Потім сказали, ні, не в управління, ми готові консультувати. Ви особисто вчора розмістили пост на Фейсбуці із обґрунтуванням того, що краще модернізувати існуючі, нехай старі тепловози, ніж купувати нові, як планує «Укрзалізниця». Чим краще? Невже нові будуть гірші і менш вигідні, ніж модернізувати старі? Опять же, якщо ми становимося на позиції, що за границя умніє, да, і треба робити все те, що вони говорять, тоді я приведу таку статистику. General Electric, у которого мы покупали эти там 30 тепловозов, и сейчас будем покупать еще 40. Так вот, они с 2015 года провели 2000 модернизаций для своих клиентов из 30 стран мира. При этом новые они продают только в Украину.
А в том числе для своего, для американского рынка, почему-то они делают только модернизацию. Их старых у нас же еще не было. Да, 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 вот именно. Вот. Перед этим до нас у них был, насколько я знаю, единственный тоже контракт в Индию они продавали новые. Весь основной цивилизованный мир им заказывают только модернизации они делают. Даже Deutsche Bahn, о которых мы приняли как самых умных, которые должны рассказывать, как нам надо у Грузжелезницы работать. Так вот, Deutsche Bahn на 200 единиц за 2019 год, по-моему, это статистика, на 200 единиц модернизированной техники приобрели новых, они порядка 20 единиц. Я могу рассказывать сейчас про Венгрию, про Польшу, про Прибалтику, которую из Украины закупают старые локомотивы, старые, чтобы только была рама, колеса забирают к себе, проводят модернизацию и пускают в эксплуатацию. Новые локомотивы закупаются, как правило, тогда, когда появляются, строятся новые линии, новые объемы работ. Те, которые, опять же, я рассказал про Deutsche Bahn, которые 20 новых закупили, это там и дизель-поезда, и электровозы. Это все те машины, которые поставлены на новые линии обслуживания. А на старых оно модернизируется, потому что, если могу приводить цифры, но это уже достаточно узкоспециальная информация, я не думаю, что она будет интересна, но, по крайней мере, экономический эффект это ну, где-то в 2-3 раза. Для уточнення, зрозумілий ваш інтерес, так, і вашого підприємства. Тобто, якщо Україна буде модернізувати існуючий парк, конкуренти у вас є ще підприємства, які займаються ремонтом в Україні? Да, ремонтом займаються дуже багато підприємств. Ремонтом займається дуже багато підприємств. Принаймні, монополіст. Зрозуміло. Я вам скажу більше. Одно, це, мабуть, може бути моє таке дуже предвзяте мнення, але тим не менше, я вважаю, що ця покупка нових локомотивів для України – це просто позор. Тому що ті огромніші підприємства, які в Україні є, наше підприємство, по сравнению з ними, це так. Ни о чем вообще, таракан там какой-то. Очень мощнейшие предприятия есть в Днепропетровске, в Запорожье, во Львове. Каждое из них в состоянии решить проблему тяги не просто для Украины, а еще и для соседних всех государств. У нас десятки, сотни тепловозов у Грузжелезницы стоят под забором, которые можно отмодернизировать, пустить на линию, говорю, еще продавать соседям. То есть почему-то не делается где-то. То есть у нас проблем покупали снова не потому, что не хватает тяги, а потому что не хватает тямы в голове. Насколько я помню, ваше предприятие, ну, вернее так, замовлення вашого підприємства можна вважати індикатором стану економіки української. Тому що тепловози ремонтують тоді, коли зростають обсяги виробництва металургійного, коли більше працюють да. порти. В якому сьогодні стані українська промисловість? Ну, смотрите так. Якщо 2019 год був дуже активний, и промышленность работала так, что им локомотив везде всем не хватало. Это было, нам все время только давили сроки, давай быстрее, 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 быстрее. И, как правило, в ноябре месяце все эти крупные промышленные холдинги, как ДТЭК, там, Мединвест, там, бывшая группа Привайт, сейчас это они выписали уже, тоже там, Арселор, Ферэкспо, они, как правило, где-то в октябре месяце уже имеют полностью утвержденный бюджет и планы финансирования на следующий год. Сегодня середина февраля, ни у кого из них, как правило, этих бюджетов утвержденных нет. И ну, те, которые сегодня у них, по моей информации, рассматриваются, предполагаются к утверждению, в 2-3 раза урезаны по сравнению с тем, что они планировали, например, еще в августе месяце выделять на этот год. То есть сегодня ситуация такая. Изменится она, не изменится, не знаю. Причины ведомы?
знаете, в Украине, по-моему, всегда одна и та же причина. Во-первых, смена власти – это всегда причина для экономического какого-то кризиса. Вот. Было определенное колебание на мировом рынке. В первую очередь это касается металлопродукции и сырья. Но насколько она там, ситуация более-менее выровнялась, объемы не работают. Комбинаты эти все работают, они не остановились. Некоторые вот в течение последних там, нескольких недель, по моей информации, вот, хорошо нарастили объемы. Но пока в плане вот, бюджета, пока непонятная ситуация. Ну, враховуючи дипломатичність вашу, все ж таки, мабуть, зміна влади значною мірою вплинула. Ну, это спадковість влади, відсутність спадковості, це наша традиція. Це наша традиція, дійсно. Почему так? Нові курси. Почему так? Это, опять же, наверное, ни для кого не секрет. У нас каждая смена власти на протяжении всех этих, сколько у нас там, 28 лет, чуть меньше, происходит определенные, скажем так, холодные войны между властью и олигархами. Ну, это факт. Это чувствуют все, об этом пишут все всегда. Кто-то усиливает свои позиции, кто-то ослабляет. Происходят там какие-то попытки перераспределения. И любая вот такая вот легкая дестабилизация, даже если она не имеет какого-то реального воплощения, а только на уровне разговоров каких-то, все равно тут же приостанавливаются определенные движения финансовые. До тех пор, пока все не договорятся, не переругаются между собой, не решат, как дальше быть. На цій оптимістичній ноті будемо завершувати. Я вам дякую. Спасибо. Дякую всім, хто був з нами.